еще пацан, ну ща пойдет реальная пьянка. Ай, хер с ним, прибыток сбросил на май. Хватайте маслины, суки! Ура, нахрен! Пора на дело, свети волыны! Всем привет! Приключения сталкера Романа в Приморье продолжаются. Это игра Next Day Survival. Ну что же, закончилась ночь, да уже и большая часть дня позади. Пока я тут валялся, отдыхал, сбегал на базу, вещи кое-какие собрал и готов выполнять следующее задание от Старпома Кузнецова. Ну, как вы помните, я успешно вернулся из Озерска, поговорил со смотрителем, ну и он мне поведал историю, связанную с маяками. На что Старпом мне ответил, что нужно быть аккуратным, потому что военные, после того, как был организован мятеж на базе военных, в гарнизоне военном, то произошел определенный саботаж на этих двух маяках, Васильев маяк, Лазаревский маяк, и Старпом думает, что вполне вероятно они могут быть организованы. Он обещался установить наблюдение. Давай шустрее. Ну, давайте послушаем, что он говорит. Задание сегодняшнее называется «Диверсант». На маяках, говорит, пока никакого движения. А вот в Пирогово назревают большие проблемы. Сейчас там расположилась неизвестная диверсионная группа. Готовят подрыв плотины. Я пока никак не могу увязать их с мятежниками, укравшими боезаряды, и понять, зачем им это нужно. Но жителям Пирогова и всем остальным деревням, что ниже по течению, грозит огромная опасность. Их смоет и размажет о скалы. Нужно выручать. Своих я задействовать не могу, они уже примелькались в Приморье. А вот у тебя, то есть у меня, еще никто меня не знает. Этой группе подрывников надо помешать, во что бы то ни стало. Трупы обязательно обыскать, возможно, они действуют через связного. Не забывайте об этом. Ну, конечно же, награда существенная. Задание называется «Диверсанты». Давайте посмотрим, где этот поселок Пирогово. Так, вот. На западе, да, юго-западный край локации. И вот на этом островке расположены эти самые диверсанты. Тут же, кстати, нужно будет найти нам плотину. Где здесь плотина? Может быть, квадрат V9. Ну, не знаю, посмотрим. Сейчас нам нужно добраться вот до этого островка и уничтожить всех, кто там находится. Ну, имеется в виду диверсионная группа. Я с собой, ребятки, взял уже все готовое. Оружие, ручной пулемет Калашникова взял. И еще взял одну интересную штучку. Нашел я ее исключительно здесь, в Приморье. В Североуфимске мне этот ствол не попадался. Это Вепрь 308. Самозарядный карабин охотничьего типа, который оснащен прицелом и глушителем. Вот такое вот оружие, патроны 7,62 на 51, но это снайперские патроны. В Североуфимске мне это оружие не попадалось, а вот здесь в Приморье я его нашел. Так что посмотрим, что там за диверсионная группа, и будем с ней разбираться. Возможно, мне удастся ликвидировать часовых с помощью этого снайперского оружия с глушителем. Итак, сейчас я буду добираться до порта, наверное, до порта, вот здесь вот пройдусь, до железнодорожной вот этой вот станции, ну, мост здесь D9, и отсюда, наверное, уже продолжу. Ну, пока как бежать буду до квадрата D9, снимать я это не буду, поэтому там на месте продолжу. Итак, я в порту. Успешно добежал, без всяких приключений, никого не встретил. Слово сказать, в одном из ангаров нашел верхнюю часть усиленной брони. Так, ну еще, кстати, патроны на мою снайпер. Ну, взял свечи зажигания и ключи с пазика, с автобуса. Так, давайте смотреть. В принципе, уже 150 метров, да, мне тут показали. И, наверное, я уже отсюда должен что-то видеть. Так. У меня бинокль, по-моему, есть, да, даже два. Давайте посмотрим. Вон там, кстати, ходят. По-моему, вояки. Да, военный один, а вон второй присел. Че он там делает? Срет, что ли? Блокпост военных.
но нас интересуют диверсанты. Так, 150 метров. В принципе, я их уже должен видеть. Осталось только вычислить. Так. Ага. И втрое. Уничтожьте противника. Они на этом островке. Так, только вот островок. Слушайте, это вот это вот. Смотрите, там церковь. Так, как бы мне их увидеть? Можно, конечно, залезть на башенный кран. С башенного крана поснайперить. Ладно, давайте потихоньку пойдем. Так, военные вон там, правда, тусуются. Как бы меня не засекли. Если меня откроют огонь по мне. Опа! Это кто по мне лупит-то уже? Ёлы-палы, уже диверсанты, что ли, меня вычислили? Я их не вижу, они меня-то заметили. Слушайте. Черные штаны и ботинки тут лежат. Блин, а я-то их не вижу, а как мне их увидеть? Блин, где они там? Они меня заметили. А я их пока нет. Да, на возвышенность бы какой-нибудь залезть. Слушайте. Что делать, не знаю. Но у меня еще РПК есть, конечно. Можно подойти вплотную, да с РПК их разрулить. Что будем делать? Будем подходить и с РПК долбать. Я их просто не вижу. Где они там на этом островке? Кусты. Все это мешает мне их увидеть. Снайперку-то я взял, но толку от нее, если я не вижу противника. Так, ну-ка, стою я. Ну вот они прям вот там. Только я их не вижу, елы-палы. Опа, пуля пролетела. Блин, они-то меня видят. Не, ребятки, ну, наверное, придется подбираться. Потому что нифига так не пойдет, не видно их. Я бы их со снайперки снял, конечно, хорошо. Только для этого мне их нужно видеть. Так, ну-ка с этого края посмотрим. Опа! Опа! Ёлы-палы, ребята! Медведь! Вы поняли? Капец! Так, аптеки-то есть? С РПК я его. Одной обоймы хватило на этого медведя здорового. Блин. Откуда он тут взялся? Да. Чуть-чуть, ребятки, был на волоске от смерти. Еще бы чуть-чуть, и я бы умер. Видите, красный крест в правом нижнем углу. Это значит, что здоровье у меня хреновое. Да. Так, надо разделать его. Да, мясо взять. Блин. Медведь, конечно, тут. А, я его не раздел, это же каннибал. Медведь каннибал. Но с него должно что-то выпасть. Так, что там по патронам? По-моему, полностью разрядил его, да? По нулям. Так, а с чего будем? Только снайперка у меня осталась. АКМ еще есть, но там ноль. Да, ребятки, у меня патронов такая, это что-то вот такое. Галил. И для вепря. У меня только снайперка осталась. Все, патронов нема. Так, медведя давайте полутаем. Может, что-то там есть. Патрончики бы мне. Или на РПК, или на АКМ. Ну-ка. Так. Ну, разгрузка нафиг не нужна. Ладно, возьмем. Ага, Юсос, дробовичок. С патронами, кстати. Так, канистру нафиг. Ну, давайте. Чё, на РПК все равно патронов нет. Блин, ну чё, у меня только снайперка, ребятки. Только снайперка. Диверсантов как-то валить надо. Каким-то хреном их надо валить. Блин, для этого мне бы хотел разглядеть.
Так, ну-ка, где они? Ну вот там на островке они, трое. Это они стреляют, что ли, звуки такие? Как будто бы они стреляют. Кругом деревья, ребята. Нету тут обзора. Слушайте, они на шару, что ли, палят? Слышите звуки? Да. Нифига их не вижу. Так, давайте в этот домик, что ли, забежать. Патрончики бы мне для ближнего боя. Вон выстрелы-то я слышу, щелчки такие. Тук-тук-тук-тук-тук. Они... Опа-опа-опа-опа! По дому! По дому стреляют. Так, бинт возьмем. Блин, ну они как-то меня видят, но я их не вижу. Так, йогурт. Надо здоровье поправить немножко. Не, патронов здесь нет, ребята. Патронов здесь нет. Слушайте, ну я не знаю, как быть. Надо их выцеливать. Надо их выцеливать. Давайте пробовать. Сейчас, кстати, уже и темнеть начнет. Время, блин, 20:45. Слушайте, вон они, кажется, я их вижу. Ну-ка. Вот отсюда было видно. Из окна, нет? Вон они. Слушайте, а если я отсюда по нему стрельну? Паду, нет? Не, не будем тратить пули, мешает дом. Так, ну-ка. Повыше бы куда залезть. Вон они. Есть, одного убил, ребятки. Есть, второго убил. Через кусты. Еще один остается. Блин, ну деревья, высечь бы его сейчас. Давайте обойдем. Хорошо, видите, как сработала снайперка? Во, вот тут деревьев-то нету. Вот тут я его сейчас увижу. По крайней мере, я так думаю. Блин, он меня видит. Блин, тут бы еще зверья не было какого-нибудь. Так, нет, там уже деревья. Слушайте, ну как бы его тут найти-то? Он где-то вот должен быть уже тут. Так, ну-ка, что по карте? Да? Прямо вот за этой березой. Вон он стоит. Стой, урод, побежал. Опа, патроны. Патроны заканчиваются. 10 штук осталось. Вот он. Есть! Убил, ребятки. По-моему, все. Нету там больше никого. Обновлено задание. Да, ребята, все есть. Все путем. Найдена записка какая-то. А, найдите записку. Пошлите искать записку. Там какая-то церковь. Блин, мне бы еще патрончиков, потому что если зверье какое-то нападет, у меня патронов нет, только снайперка. Сейчас патрончики заберем или оружие какое-нибудь с них, с патронами. Видите, как хорошо сработало? Вепрь. Хороший ствол, ребятки. Так. Вот они, тут двое. И вон третий валяется. Давайте лутать. Так, АКМС есть. Берем, ну, каска. Каска, да. Так, здесь хламье. А где записка-то, Слушайте, а записки нет? Стоп. Найдите записку. Блин, а где мне ее искать-то, записку? А, Юсас же, блин, у меня же вот же что есть. Так, давайте КМС поставлю.
Блин, рюкзак переполнен. Что-нибудь схрумкать. Слушайте, еще записку надо найти. Блин, темнеет уже. Так, что я Юсас-то подобрать не могу, места нету. Да ёлы-палы, рюкзак переполнен, и все тут. Что-то выкинуть надо. А, вон что у меня, верхняя часть УКБ много занимает. Переоденемся. Вот, место будет. Так. 30 патронов есть. Слушайте, ну где записку-то взять? Так, перчатки. Перчаток у меня нет, оденем. Так, записка, записка. А где ее искать-то должен, Друзья, найдите. На карте-то будет отмечено? Нет местечка, где мне ее искать? Нет, ребята, ничего не отмечено. Видимо, где-то тут на этом острове надо шариться. Фиг ее знает, где она может быть. Блин, она, по идее, у них должна быть. Но у них нету. Может, рюкзак взять? А, нету записки, ребят. Давайте шариться, уже стемнело. Так, вон дамба. Плотина, вернее. Которую они хотели взорвать. Слушайте, ну что-то тут у них должно быть... Типа лагерь, что ли? Короче, наверное, я сейчас прервусь, ребята, потому что видео, чувствую, затягивается, уже и стемнело. А, искать записку надо. Как найду записку, так продолжу. Я пока вообще без понятия. Сейчас островок пробежимся и еще вон в ту церковь сгоняю. Потому что, ну, не знаю, нету записки. Нигде ее тут не видно. А уже стемнело. Короче, ладно, ребята, как найду записку, так и продолжу. В общем, никакой записки я не нашел. Оббежал весь остров. Ничего нету. И главное, подсказки никакой нет. У меня есть еще одна мыслишка. На дамбе вот этих вот вояк вальнуть. Видите, было сказано Старпомом, что... Вероятно, они действуют через связного. И вот тут эти военные. Может быть, вот они как бы эти мятежники и есть. Короче, ребята, сейчас попробуем еще вот этих вояк вальнуть. И я их полутаю. Может быть, у них записка. Потому что больше никаких вариантов нет. Дамба, вот она. Плотина. Давайте попробуем уберем. Я не знаю, сколько их тут ходит. Вроде бы как только двое. Вот один стоит. Давайте в бошку ему заляпаем. Есть. И вон там второй. За домиком, за этим. Но у меня глушитель. Опа. Опа. Блин, хорошо прилетело. Я не видел откуда. Перевяжемся. Прицел-то я его не видел, а откуда стрельба шла? А, вон, на мосту вижу. Так. Сейчас мы его попробуем завалить. Чё, куда делся? Вот он. Мимо. Хрен знает, попадаю, не попадаю. Ну, остановись. Есть. Сняли. Сколько патронов? 2 патрона. Так, ну что, пойдемте лутать. Я надеюсь, их там двое было, а не трое. Короче, я не знаю, что с запиской делать, ребятки. Никакой подсказки нет.
кстати, глушитель не работает, как бы. То есть я убил этого первого вот, с глушака, а второй знал мое местоположение. Откуда? Глушитель-то на что? Что я его с глушителем убил, что без глушителя? Получается никакой разницы. Как он определил мое местоположение? Так, сюда мы потом зайдем. Давайте лутать. Записка, я не знаю, где эта записка. Ну нет, тут тоже всякая хренотень. Нету, ребята, записки. Да. Короче, что делать, не знаю. Диверсионную группу уничтожил. Никакой подсказки. А в задании так и висит. Найдите записку. Странно. Наверное, баг. Давайте тут еще посмотрим, что есть. Патроны. Всякого хламья навалом. Кастрюлю мне можно взять. Не знаю, ребята, где записку-то эту искать. Кукуруза. О, магазин для вепря моего. Возьмем. Так, сейф. Бронзовый сейф тут стоит. Большой туристический рюкзак. Слушайте, ну все, у меня вариантов нет. Что делать? Сейчас дождусь рассвета, снова пойду остров шарить. Ну, без понятия, ребята, честно. Честно не знаю, как завершить это задание. У кого эта записка? Наверное, придется отменять задание. По новой его брать, по новой выполнять. Потому что что-то какой-то глюк, какой-то баг. Записка должна была быть у диверсантов, но ее у них не было. Поэтому, наверное, в итоге придется отменять задание. Так, ну что же. Отменил квест, взял по новой пришел. Давайте смотреть. Так. Ну вот они все трое здесь. Ручной пулемет Калашникова взял. С него и успокоим всех троих. Так, вот один тут. Есть. Так, еще двое там. Побегут сюда, не побегут. Они, кстати, на карте видны. Нет, что-то не бегут сюда ко мне. Так. Главное, чтобы записка выпала. Так, их там двое. Право, наконец, право! Зайду тебе справа. Жри свинец, мразь! Сюда бежит, что ли? Держите меня семеро, ща в дрожи разгерачу всех! Жри свинец, мразь! Сейчас сам будешь свинец. Найду тебя. Держи его! Уйдет ведь! Есть. И еще один. Есть. Так. Записку, блин. Ну давай искать записку. Если ее снова не будет. Ребят, нету записки у этого. Так. Второго. Лутаем. И у этого нету записки. Так, остается последний, ребятки. Ну, бинго будет? Будет бинго. Ребята, записки-то нету. А как быть-то?
Слушайте, я что-то не понимаю, видимо. Видимо, где-то записку надо искать. Что по заданию? Найдите записку. Нет, все то же самое, ребята, осталось. Слушайте, ну не знаю, может их надо как-то расчленить? Ну как, где записку-то искать? Короче, я опять в шоке. Ребят, я не знаю, что делать. Все, отключаюсь. Надо решать как-то задачу. Когда найду решение, продолжу. Так, ребята, нашел я эту записку. Вот она лежит на ваших экранах. Мне посоветовали несколько раз перезайти на сервер. Ну и вот где-то с четвертого раза, нет, с третьего раза здесь появилась эта записка. Может быть, конечно, я раньше тут пробегал, ее не видел. Но лежит она вот теперь здесь. С третьего раза я по новой создал приватную комнату в игре, зашел. И вот она, эта записка. Давайте я вам продемонстрирую, где она лежит. Ну, вроде бы я тут пробегал, ее не было. А может быть, просто я ее не заметил. Значит, смотрите, где она лежит. То есть вот с этих диверсантов где-то вот тут вот я, да, завалил. Ну, давайте вот ориентироваться вот так вот. Вот, смотрите. Значит, вот холмик этот вот. Дальше идем наверх. Вот справа березка стоит. Вот тут вот диверсанты-то и околачивались. Вот камень большой. Дальше вот поднимаемся вот на этот холмик. Вот здесь вот один кустик с ягодами, второй кустик. И вот за этим кустиком. Вот. Вот там береза, и вот за этим кустиком. То есть это получается самая высокая точка, вот если так смотреть. Вот там вдалеке камень стоит. Это самая высокая точка вот этого острова. Ну и здесь, да, конечно, если вы бежите вот так вот, или вот так вот, записку не заметите. Видите, я вот даже сейчас смотрю на нее в упор, я ее не вижу. И никакого значка нет. То есть она лежит вот именно вот тут вот на спуске. Вот. Вот где лежит записка. Забираем ее. Так, записка. Перекрыть доступ бронетехники из части можно только одним способом. Взорвать плотину. Выполняйте, майор. Жду в бункере как можно быстрее. Нам нужны все силы. Написал какой-то Милентьев. Эту записку. Закрываем. Смотрим, она должна была появиться у нас в инвентаре. Да, вот она есть. И задание у нас должно было обновиться. Да, обновилось. Диверсант уничтожен. Отчитайтесь старпому Кузнецову. Вот так вот. Все, имейте в виду, кто будет проходить, где эта записка лежит. Ну и если опять-таки у вас ее здесь нет, перезаходите на сервер по новой. И, возможно, она здесь появится. Все. Отмучился. Бежим к старпому Кузнецову. И сдаем этот квест. Получаем награду. Так, прибыл я на остров. Давайте разговаривать с Кузнецовым. Ну, здорово. Так вот, значит, как, говорит старпом, в бункере А-65, значит, прячется. Скорее всего, и заряды туда утащили. Хорошо поработал, солдат, иди отдохни и подготовься к важному заданию. Стрельбы в этот раз снова не избежать. Будь здоров. Ну, забираем награду. Задание диверсанты выполнено. Ну и новое задание в маяке. Давайте посмотрим. Зачистить Лазаревский маяк. Вот так вот. В маяке задание. Ну, это, ребятки, в следующий раз. А ты боялась, даже юбка не помялась. Защитный костюм. Да, юбка не помялась. Действительно, чё и мяться. Ну что, полезем спать. Смотрите, тут всякого хлама. Полезем в палатку спать. На сегодня я буду заканчивать. Геморройное задание получилось. Из-за того, что записку не мог найти долго. Ну, теперь задание выполнено. И можно здесь, на этом матрасике, успешно стримнуть. Все, ребятки, спасибо за внимание. И до следующего видеоролика из игры NXT Survival. Увидимся.